В Первом озере обнаружена кишечная палочка. Главной причиной загрязнения эксперты Роспотребнадзора назвали мусор. Забор воды был сделан перед началом купального сезона. Оказалось, что содержание опасной бактерии превысило допустимое количество в 2,5 раза. Специалисты объясняют, на качество воды влияет состояние берега. Дожди смывают с него мусор в водоем, но бить тревогу не нужно, заверяют в Роспотребнадзоре. Купаться в таком водоеме не опасно, если не заглатывать воду. Однозначно могу сказать, что не рекомендуется купание с заглатыванием после дождя. Все, что есть загрязнение на берегу, оно все смывается в озеро или в реку. Поэтому за детьми нужно смотреть, людям с пониженной кислотностью купаться в ванной, в бассейне, а все остальные крепкие, здоровые люди. Кишечная инфекция же через кожу не проникает, то есть опасно это заглатывание воды. Также специалисты ведомства провели мониторинг качества воды на 7 городских пляжах. Состояние 2 из них насторожило лаборантов. Городского пляжа на Шершневском водохранилище и пляжа в районе бывшей водомоторной базы на Первом озере. Но это лишь предварительная оценка. Официальная проверка пока не проводилась. А повторные пробы воды возьмут в середине этой недели. Результаты будут готовы в начале следующей. Узнать их можно будет на сайте Роспотребнадзора.